Когда у нас беда над головой, то рады мы тому молиться, кто вздумает за нас вступиться. Но только с плеч беда долой, то избавителю от нас же часто худо. Все в запуске его ценят, и если он у нас не виноват, так это чудо. Старик-крестьянин с батраком шел под вечер леском домой в деревню с сенокосу. И повстречали вдруг медведя носом к носу. Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел. Подмял крестьянина, ворочает, ломает, и где б его почать, лишь место выбирает. Конец приходит старику. «Степанушка, родной, не выдай, милой!» Из-под медведя он взмолился батраку. Вот новый Геркулес, со всей собравшись силой, что только было в нем, отнес полчерепа медведю топором и брюхо проколол ему железной вилой. Медведь взревел и замертво упал. Медведь мой издыхает. Прошла беда. Крестьянин встал, и он же батрака ругает. Опешил бедный мой Степан. «Помилуй, — говорит, — за что? За что, болван? Чему обрадовался сдуру? Знай, колет, всю испортил шкуру!»